Седаков, заслуженный мастер спорта России. Его соперник в синем трико, мастер спорта международного класса Курбан Ширяев, Республика Дагестан, Россия. In the weight category of 74 kilos, please welcome Zaubek Sidakov, Hamtomansi Atma Mustafa, Kurban Chureyev, Dagestan. Данную встречу обслуживает руководитель ковра, судья международной всероссийской категории Николай Николаев, город Москва. Арбитр, судья международной всероссийской категории Александр Чиенко, город Москва. Боковой судья, судья первой категории Чулустан Сивцев, город Якутск. Борец в красном трико, заслуженный мастер спорта России, чемпион летних Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира, чемпион Европейских игр, чемпион Кубка мира, неоднократный победитель и призер чемпионатов России. Тренеры Татрас Арчегов и Эльбрус Дудаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Дагестан, мастер спорта международного класса Курбан Ширяев. Спортсмену 23 года. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Чемпион Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов России 21 и 22 годов. Тренеры Курбана Ширяева Махмуд Магомедов. Курбан Ширяев представляет школу Умаханова города Хасавюрт, спортивный клуб «Искра». Поединок за первое место, весовая категория до 74 килограммов. Счет 2-0 в пользу заслуженного мастера спорта России Заурбека Сидакова. Россия!
конца поединка остается меньше минуты. Счет 4-0 в пользу Заурбека Сидакова.